Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Виталий Малышев написал странный пост. Он всех очень любит и никогда не забудет. Пока непонятно, Малышев возвращается на поляну или вообще покидает Дом-2. А Саша Черно и Иосиф Оганесян передумали уходить с проекта. Сначала они решили наладить отношения и создать материальную базу для жизни за периметром. Саша и Иосиф провели выходной за периметром. Такого безумного настроения не было давно, пишет Черно. Майя Донцова и Леша Акопин тоже выходили в город, они были в кино. В сети заговорили о нетрадиционной ориентации Александра Марченко. Это стало понятно после небольшой сценки в студии городских квартир. На глазах у всех Александр встал перед Димой Талыбовым на одно колено. Талыбов, а также ведущий Влад Кадони не смогли скрыть отвращение и сразу же сбежали от парня подальше. В эфирах показали ссору между Мариной Африкантовой и Ромой Капаклы. Марина приревновала его к новенькой участнице, которая пришла к нему на проект. Роме ее приход был приятен, он был бы рад посмотреть на эмоции Марины и как девушки за него будут бороться. Но в реальном времени Ольга Бузова уже помогла паре помириться. Олеся Клочко призналась, что она намеренно обманула Никиту Шелюкова насчет своей прошлой жизни. У нее было не 60 мужчин, а всего 3 молодых человека и длительные отношения. Шелюков сказал, что нельзя так играть чувствами мужчины, и ему такие отношения больше не нужны. Семья Блюменкранц собирается вернуться на проект в сентябре. Ребята делятся с подписчиками фотографиями с крещения маленькой Бетти. Ольга Бузова уже отработала на Сейшелах, она покидает остров. На смену ей, судя по слухам, вылетает другая ведущая Катя Жужа. Даша Пынзель рассказала своим поклонникам, почему они с Женей Феофилактовой в свое время перестали общаться. Это Женя была инициатором разрыва. «Однажды она просто заблокировала меня везде и стала всем рассказывать, что я плохая, хотя я ничего ей плохого не сделала». Даша сказала, что она уже пережила ту ситуацию и не переживает по поводу нелицеприятного поступка некогда близкой подруги. Саша Гозия спустила слух о расставании Татьяны Владимировны Африкантовой с мужем. Женщина опровергает эти слухи. Гозия с Иванов и рыбы-прилипалы, которые просто пиарятся на имени Африкантовой. Саша Габозов раскрыл всю правду об отношениях с Алианой Устиненко после развода. Алиана не дает ему видеть сына, а также постоянно грубит во время общения. «Я хотел съездить вместе с Робертом на Сейшелы», — говорит Габозов. «Мне предлагали вести Дом-2, но она сказала, никуда тебя с ним не отпущу». Роберт же не хочет жить с мамой. Когда ему говорят, что нужно поехать к маме, у ребенка начинается истерика. Габозов рассказывает, Алиана говорит Роберту, что его отец алкоголик, что у него будет другой папа. Мне надоело выставлять ее святой. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.